Луковицы кислицы пестроцветной, Axalis versicolor, высаживают в дренированный, влажный грунт, выбирая притененные участки. Максимальная высота взрослого растения 30 см, что позволяет использовать его в альпинариях, патио, ракариях. Для компактного цветущего многолетника всегда найдется уголок в саду. Растение характеризуется тонкой зеленой листвой насыщенно-зелеными оттенками и полосатыми цветами в форме граммофона, белыми с красной каймой. Распустившиеся бутоны при взгляде сверху ничем не примечательны, но когда цветок закрывается, он показывает всю свою роскошь и красоту. Кислица пестролистная это травянистой высотой 10-30 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка белая с красной каймой. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.